празднование Объединенного дня города и края стремительно движется к своей кульминации. Отправиться в путешествие во времени под музыку 70-х, 80-х и 90-х можно здесь, в Парке Победы, вместе с Ретро-ФМ. Это была не просто вечеринка от ретро, а настоящий марафон из многочисленных подарков и сюрпризов. Так под несмолкающие песни легендарных лет всем присутствующим раздали 800 пачек мороженого от молочного комбината «Ставропольский». Вкусными семечками порадовал и крутой окер. Конечно, не обошлось и без танцев. Дело в том, что мы постоянно работаем в эфире и пытаемся донести праздник людям, чтобы они могли поделиться своим счастьем, передать привет и поздравить своих близких, родных людей. А сегодня отличный повод для того, чтобы встретиться с нашими слушателями и здесь, но по максимуму сделать их счастливыми. Чтобы они нас увидели вживую, потому что такой контакт тоже необходим, они нас слышат только из радиоприемников, а тут еще и увидели... Послушали. Один из постоянных слушателей – Андрей. Его приемник с начала 2000-х настроен на 103.1. Поклонник 80-х получил приз от Ситилинка за то, что без труда назвал три десятилетия, в которые звучали песни. И даже поделился своей любимой. Ты прекрасней всех, пусть звучат хиты наших дискотек. Ты прекрасней всех, пусть мерцает свет, пусть горят огни наши дискотек. Слышишь, дешевки. А вот Марина выиграла главный приз от «Газпромбанка», причем не один и с помощью стихов. Мне в центр выйти только в радость, или по парку пробежать, а пить, курить – такая гадость. По мне ж люби, жить, любить, детей рожать. Еще одним партнером вечера стала авиакомпания Turkish Airlines. Представитель авиаперевозчика приехал лично поздравить горожан с праздником и, как полагается, не с пустыми руками. В первую очередь мы поздравляем всех жителей и гостей города Ставрополя с Днем города. Чтобы добавить больше радости в такой счастливый день, мы решили подарить два билета в любую точку Турции, возможно, Стамбул и Европы. Уже шестой год подряд мы являемся лучшей авиакомпанией Европы. Мы летаем в 116 стран, 292 направления. Мы готовы любого жителя, либо гостя Ставрополя, доставить из Ставрополя в любую точку мира. Главная интрига вечера, кому же достанутся два билета в любую точку Турции и Европы, разрешилась под занавес вечеринки. У обеих пар победителей истории похожи. Никто из них не ожидал, но где-то внутри надеялся на маленькое чудо в этот праздник. Теперь у везунчиков появились новые заботы – определиться с местом и до конца спланировать незапланированное путешествие. Мы сегодня с супругом разговаривали о том, что никогда ничего не выигрывали. И я говорю, давай все-таки останемся, дождемся. Мало ли, вдруг такой будет у нас подарок. И вообще, это случилось, и это очень круто вообще. Большое спасибо. Turkish Airlines, что сделали нам такой подарочек. Ну, очень здорово. Никогда ничего не выигрывали. Думали, вот вдруг повезет. И повезло в такой день, день города. Очень здорово. Вечеринка Ретро-ФМ закончилась ровно в 10 под звуки фейерверка, который горожанам подарил МКС, и нестареющего хита от Фредди Меркури. Анастасия Петренко, Владимир Киташенко и Александр Лукьяшко.